Так. Идем к следующей дополнительной миссии. Вот. Переключаю каналы. Опять? Ну ладно, давайте опять. Кровавая Мэри. Да. Видишь, я пока поубираю. Так, это наверху. Сплошная пропаганда Бертрана. Уши вянут. Пора внести разнообразие в телеэфир. Обесточь несколько спутниковых тарелок, чтобы я мог вклиниться в эфир. Ого. Музык ты даешь. Ай. Ты готов. Вон еще одна. Вон там еще одна. Не знаю. Блять, с собой разговариваю. Ты не там точно есть. Да блин. Есть. А, вон вижу. Теперь подойди к экрану и смотри, как работает мастер. Ну. Почти. Еще пару проводов. Жмем на пуск, и мы в эфире. Жесть, а этому надо Зиг себя будет по телевизору показывать. Да. Пипец. Вместо Бертрана мультики ставить, охренеть. Те, кто против нас. Чё, погнали? Слушай, если ты мне просто завидуешь, то лучше помолчи. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Фу.
больше не буду эти бомбами заряжать, потому что это мне хорошую репутацию прибавляет. А мне это... Иди сюда! Иду. Кто еще? Ай-яй-яй-яй-яй. Это там был осколок. А где он? А, он сидит на трубе. И пьет чай. Осколок. Офигеть. Мерзавцы из ополчения устроили пирушку в соборе. Они оскверняют святыню. Вышвырни их. О, вот это я понимаю. А их там сколько? Я хоть живых останусь? Эй, извини, ты меня током ударил. Я тебя не ударил током, это тебе показалось. У тебя просто паранойя уже. Ага. Уй, ё. Это я, ты угадал. Давай тебе время дам. Ну что, вроде убил. Понять, какую еще знагию выпечу. Граната пошла! Опять твой щит, который сделан из щит. Его задолбали уже с этими щитами. Я вроде силен, а вроде бы нет. Ай, блин. Это мне на верхушку забрал. Вы твари, вы же мне не мешаете. Вы же мне мешаете. Защитите вы все нахер. Я взял все же за и как стал. Одним паршивым ополченцем стало меньше. Что, ты еще жив, что ли? А, нет. Прям тир какой-то, ей-богу. Ай-яй-яй-яй! Не-не-не-не-не! Где? Yeah.
Александра, я вас не могу попасть, хотя, по идее, это возможно. Ну ничего, сейчас будет экран на моем поле, рядом будет провод, и вам всем кирдык. Ой, хрена меня. Осколки я забираю, вас убиваю и валю домой пить чай. А не в молоко, за вредность. Сам мутант. Так. Что-то я хотел. А, во. А мечок где-то был. Но что, когда я забрался, я его уже не видел. А когда еще не забрался, я его видел. А, так ты еще жив. Все. Сейчас надо осколки пособирать. Опять же, возьму свой осколочек. Нифига я сюда лез. Это же внизу. О, боже. Из-за тебя моя мать умерла с голоду в Empire City. Я убью тебя! Правильно. Ты меня убьешь, а сразу я должен с ними. Это что, ее? Стоп, это что, она их наняла, что ли? Снайперы чертовы. Ладно. Мы пока решим. И я покрышу.